17 февраля стартовало адресное информирование избирателей. Более 900 членов участковых избирательных комиссий помогут определиться с удобным способом голосования. Группа УИК избирательного участка 48 на территории 17-й гимназии Черкесска уже получила специальную экипировку и отправилась на первые адреса. Смотрите подробности. Процесс подготовки к подомовому и поквартирному обходу на избирательном участке 48 начался с самого утра. Членам избирательной комиссии выдали специальную экипировку и пригласительные для избирателей с подробно уточняющей информацией. Обходчики УИК помогут избирателям определиться с удобным способом голосования и подскажут адрес избирательного участка. Наша задача – рассказать избирателям о предстоящих выборах, о том, какими способами можно проголосовать, принять заявку на голосование на дому, ответить на возникающие у вас, у граждан, вопросы. Узнать обходчиков возможно будет благодаря накидке, жилетке и синей сумке с логотипом выборов, нагрудному знаку в форме буквы «В» в цвете российского триколора. У каждого члена УИК также имеется нагрудный бейдж с указанием ФИО и удостоверение. Команда УИК избирательного участка 48 оперативно собралась и сразу выдвинулась на первый адрес – многоквартирный дом. Избиратели доброжелательно встречают обходчиков. Ирина Шаева внимательно выслушала и ответила на вопросы анкеты, а также получила пригласительное. Думаю, очень нужный проект, который разработал Центр избирком. Особенно для пожилых, для молодежи, которые только начинают голосовать. Ну, обходчики очень внятно все объяснили, очень доходчиво. На все вопросы как бы отвечают, вежливые. Поэтому, думаю, это нужный проект. Спасибо большое. Подомовые обходы членов участковых избирательных комиссий будут проводиться с 17 февраля по 7 марта 2024 года. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия.